Сегодня в Республике Крым многоквартирный дом в Симферополе первый получил звание дома образцового содержания. Соответствующая табличка была установлена на фасаде здания. Удостоенный звания дом находится по улице Киевская, 179А. Кроме фасадной таблички, дом наградили знаком качества ЖКХ. По всей нашей стране порядка 80 домов признаны домами образцового содержания. В Крыму это первый дом, с чем я вас поздравляю. Не только в Крыму, но и в Севастополе, вообще на Крымском полуострове. Поэтому я попрошу сразу мэра иметь в виду, что после нашего отъезда, как-то на этот дом и дальше обращать внимание. Не только сегодня. Дому, во-первых, 8 лет уже, ну 9 уже, можно, лет с тех пор, как его ввели в эксплуатацию. Постоянно территория и само здание усовершенствуется. За это время появился корт, появились детские площадки. Под зданием находится паркинг на 110 мест. Также Сергей Степашин сообщил, что в 2018 году Республика Крым получит 500 миллионов рублей из федерального бюджета для переселения граждан из аварийного жилья.